Регина Тодоренко и Влад Топалов – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В отношениях звезд царит гармония, и сами артисты регулярно признаются в любви в своих микроблогах в Инстаграм. Пару дней назад пара отметила годовщину свадьбы. Ровно 2 года назад влюбленные отметили радостное событие в Италии. Кстати, официально Тодоренко и Топалов узаконили свои отношения в октябре 2018 года. На своей странице в Инстаграм телеведущая разместила трогательное фото со свадьбы возлюбленного, поблагодарив всех гостей, которые стали частью их итальянской сказки. Напомним, что 14 июня Регина Тодоренко отметила день рождения, телеведущей исполнился 31 год. Естественно, одним из первых звезду поздравил ее муж Влад Топалов. В своем микроблоге в Инстаграм артист опубликовал трогательные совместные фото с Региной, а также дополнил его теплыми словами о имениннице. Влад отметил, что Регина – добрый и яркий человек, который делится своей позитивной энергией со всеми окружающими людьми. Влад также пожелал жене в будущем не терять этих качеств и всегда оставаться здоровой. Топалов признался, что гордится Тодоренко. По его словам, его достижениями он обязан именно жене. О романе Влада и Регины общественность узнала не сразу. О том, что звезды вместе, стало известно только тогда, когда Тодоренко забеременела от Топалова. Первенец в браке родился 5 декабря 2018 года. Мальчика назвали Михаил. Родители называют его Майкл. Вскоре после рождения сына супруги поделились эмоциями по поводу пополнения в семье. Влад и Регина выпустили совместное видео, в котором показали самые важные для себя моменты. На видео видно, как Топалов делает предложение Тодоренко, как пара путешествует по Лондону и как Регина сообщает Владу о своей беременности. К слову, недавно Регина поделилась, что после окончания университета Регина работала на низкооплачиваемой должности, жила на съемной квартире и, как многие, мечтала о лучшей жизни. Как вспоминает Регина, в очередной день рождения она загадала желание больше путешествовать и увидеть весь мир. 3 года назад она стала первой телепутешественницей, которая проделала беспрерывное кругосветное путешествие.